Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. В проделанный за отчетный период работе отчитались руководители структурных подразделений и силовых ведомств. Подробности в следующем материале. 2306 обращений поступило в люберецкую полицию в период с 6 по 12 февраля. На территории обслуживания ведомства зафиксировано 109 правонарушений, зарегистрировано 24 преступления. Одно причинение тяжкого телесного вреда здоровью, 5 краж, 6 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 2 сбыта, незаконный оборот оружия, 2 факта. Мошенничество 4 факта. 5 раз люберецкие спасатели выезжали на тушение пожара. В черте городского округа за неделю произошло 3 возгорания. Ни одно происшествие не повлекло за собой человеческих жертв. 6 февраля в 20 часов 51 минута Люберцы, улица Ларышкин, дом 20, в первом подъезде в одной из квартир произошло загорание удлинителя и предметы мебели на площади 1 метр квадратный. И через несколько часов, в 0 часов 10 минут, в данной же квартире произошло сгорание в кухне. Предварительная причина – это неисправность электропроводки. Аварийных отключений по линии ЖКХ не зафиксировано. Все службы работали в штатном режиме. В городском округе Люберцы продолжается реализация краткосрочной программы капитального ремонта МКД. В этом году реставрация пройдет в 61 доме. По таким видам работ, как ремонт кровель, фасадов, подвальных помещений, фундамента и внутридомовых инженерных систем. По замене лифтового оборудования на 2023 год запланирована у нас установка 16 лифтов. В проделанной работе отчитались представители дорожного хозяйства. Глава городского округа Люберцы дал поручение привести в порядок тросовое ограждение на улице Карла Маркса. Объект дорожной инфраструктуры восстановят на этой неделе. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.